В 27 муниципалитетах региона в этом году проведут комплексные кадастровые работы. Об этом сообщил руководитель управления Росреестра по Башкортостану Петр Клец. Также в планах ведомства продолжение процесса внесения в единый реестр недвижимости бесхозных объектов или участков, где хозяин по разным причинам не установлен. Таких в республике насчитывается 570 тысяч, причем речь идет как о капитальных зданиях, так и, собственно, о земельных участках. По 23 тысячам участков ранее не была уточнена категория предназначения. Но вот к июню 2021 года работу выполнили по 1742 участкам. Также направили в органы местного самоуправления для того, чтобы решениями муниципалитетов данный вид был направлен нам для внесения в реестр недвижимости. Важно отметить, что при отсутствии вида разрешенного использования и категории у земельного участка, они не смогут пройти государственную кадастровую оценку в 2022 году, как это намечено в Республике Башкортостан и в Российской Федерации. Работы проводятся в рамках дорожной карты по наполнению единого реестра недвижимости необходимыми сведениями, подписанными между правительством региона и Росреестром. Документ будет действовать до 2024 года.